Алексеев Модест Алексеевич, герой Советского Союза. Родился 22 июня 1915 года в деревне Подвязи Островского района Псковской области. С 1937 года служил на Тихоокеанском флоте, окончил школу младших командиров, затем курсы младших лейтенантов. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 года командир батальона 1008-го стрелкового полка, 206-го Артемовско-Берлинской разнознаменной стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта, майор. Особо отличился в Берлинской операции 17 апреля 1945 года. Его батальон, один из первых, форсировал реку Альтер-Одер и захватил стратегически важный плацдарм. 19 апреля батальон владел населенным пунктом Грунов, стремительно продвигаясь вперед, а 21 апреля порвал оборону врага в пригороде Берлина и вышел с боями на одной из его улиц. Участвовал в захвате ратуши. В уличном бою был контужен, но продолжал командовать батальоном вплоть до капитуляции берлинского гарнизона. После войны герой жил и работал в Пскове. Умер 16 марта 1980 года. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны второй степени медалями.